Правоохранители предупреждают доверчивых горожан: не доверяйте незнакомцам и не покупайте сомнительный товар на улицах. В полицию обратился пострадавший от такой ситуации димитровградский пенсионер. На улице к нему подошел мужчина, вошел в доверие и продал препарат, который, как якобы, должен излечить от глаукомы. Препарат продал за 37 тысяч рублей. В действительности это были очки там с подсветкой, которые действительно продаются. Есть реклама в интернете. На самом деле такие очки для коррекции зрения стоят гораздо меньше. Есть даже предложение за 2500. Совет здесь может быть только один – не покупать сомнительный товар на улице у незнакомцев. Заметим, у дедушки с собой такой крупной суммы не было. Но он настолько поверил в чудо очки и выгодность предложения, что сходил домой за деньгами.